Красота. Так, всем привет, вы на канале Окунь Жив. Приехал на прудик. В том году здесь хорошо ловил карася по весне. Вот прямо вот тут вот. Глубина тут 20 сантиметров. А сам пруд вот уходит туда еще. Еще дальше. Так, сейчас закинусь. И еще хочу пройтись вдоль берега, посмотреть еще места. Но пока остановлюсь здесь. Время 5 утра, вон солнце так уже хорошо встало, хорошо светит прямо в глаза. Закинулся тут под пенек, но пока без прикормки, из насадки 3 мотылечка. Какая-то движуха на поплывке. Штатив с камерой в руке, поэтому, наверное, трясется. Сейчас посмотрим, там, наверное, бельзь будет сидеть. Ну, либо никого. Так. Ладно, перепроверим. Палку поймал, но неудивительно. Наверное, это палкой клевала. Еще раз поймал. Сейчас. Да, палку отцепил. Наверное, сейчас, наверное, на то место, где я прикармливал. Все. Вот, распакую еще вторую удочку. Хоть часто и запрет, но ладно. Посмотрю. Одну вторую вот закину, где прикормил, а другой похожу. Рядом с тем местом поищу. На разных глубинах рыбу. Ну, если где-то будет клевать, то вторую удочку я сразу уберу. Да простят меня эти самые рыб-инспектора за столь браконьерский вид ловли. Так, вон движуха какая-то идет. Единственный там минус шумно от того, что слив. Не знаю, как будет записываться звук на камеру. Так с микрофонами не разобрался. Не цепляется. Скорее всего, это верховодка. Глубина маленькая. Крючок у меня большой сегодня стоит. Овнер. Овнер. Блин, забыл, как он. Пинхук. Пинхук. Ладно, не помню. Короче, 12 номер. Но для карася в самый раз. Так, вот закинулся. Один в траве. Плочек. Там прикормил. Один от центра вот этого маленького заливчика. Ну, если на какой-то клюнет, то вторую удочку сразу сматываю. Чтобы не говорили, что я нарушаю правила запрет. Но, блин, тут хотя бы с двумя удочками можно попробовать разные насадки, разную глубину, разные места. С одной, к сожалению, такого не сделаешь. Так, поймал первую рыбу. Внимание, кадр. Бель. Гигантская бель. Супер рыба. Так, что-то вообще совсем не клюет. Прям перепробовал все. И гипы пробовал. И червя, и опарыши, и комбинировал. Ничто не хочет ловиться. Вот. Так, сфокусируйся. Поймал верховодку, насадил ее. Насадил ее на крючок. Вот так вот.
Сейчас окуня будем ловить. Все, как живется, там будет сидеть. Буду ждать крупного окуня. Пришел тут на слив посмотреть. Прикольно. Жабу видно. Было. Это жаба где-то. А вот. Лягушка. Это водой. Непонятно, живая она или нет. Когда рыба не пьет, не женится. Да, вон их тут сколько много. Где ты? А вот. Походу у них уже брачный сезон. На рыбалке можно попить чай с паучками. Но не очень охота. Ну все, ребят, я собрался домой. Время 10 утра. Рыбы нет. Две бельки или верховодки я поймал, но это сложно назвать результатом. Ладно, всем до новых встреч. Увидимся, подписывайтесь на канал. Надеюсь, рыба будет. Следующая моя поездка будет к подписчику, ну, точнее, к другану. Поеду в город Казань, и мы там поедем на Волгу. Что-нибудь засниму. Ну все, всем пока-пока.